остальные к суду не готовы. А другой Голгофе просто кажется игрушкой. Разница в принципах и только в нескольких словах. Российский военный корабль, иди нахуй, иди нахуй. А разница в принципах и только в нескольких словах. А российский военный корабль, иди нахуй. Голос в телефоне спокойный, прерывистый и вежливый. Мама, я ношу шапку, все документы собрала, испуга нет. Моя дочь сегодня ночью только что уснула на полу в метро. Российский военный корабль, иди нахуй, иди нахуй. Моя дочь сегодня ночью только что уснула на полу в метро. Российский военный корабль. Пошел бы нахуй. Вы действительно здесь, чтобы помочь нам изменить нашу судьбу? Смотри, у нас огороды вспахнули. Итак, совет, между прочим, положи в карман горсть зерен, чтобы потом она прорастала. Российский военный корабль, иди нахуй. Положи в карман горсть зерен, чтобы потом она прорастала. Вот разные нации, и они рядом с оружием. Будь Христу, Ктулху и Аллаху, мы можем молиться. И так будем рисовать наши новые фрески на новых святых. А российский военный корабль, иди нахуй. И так будем рисовать наши новые фрески на новых святых. А российский военный корабль, иди нахуй. Иди уже нахуй. Нахуй, нахуй, нахуй. Ваша империя захватила Крым, хочет Киев, конечно. Может быть, я никогда не увижу ее краха, который жду. Но будь уверен, мой правнук при встрече с твоим спросит русский. Окей. Иди нахуй, иди нахуй. Но будь уверен, мой правнук, при встрече с твоим спросит, ты русский? Окей. Иди нахуй. Иди нахуй.